Okay, we will continue. I have completed all the lessons on the Holy Spirit that I'm going to present. Я завершил все те уроки о Духе Святом, которые хотел вам рассказать. And we have two more days left with you. И еще два дня осталось у нас с вами. And there are some other things I would like to talk about. И я хочу с вами поговорить еще о других вещах. For Thursday and Friday. В четверг и пятницу. But now Penny and I are going to do a little teaching together. Сейчас мы с Пенни небольшое учение расскажем. And I want to give you a little background on this subject. И я хочу рассказать, как бы сказать, эту предысторию этой темы. And what we're going to teach on now is grief. Мы будем учить, называется наша тема печаль, скорбь. And perhaps this subject seems far away for you right now. Возможно, эта тема звучит далеко от вас. Most of you are younger than we are. Для большинства тех, которые моложе, чем мы. But it's a subject that you'll need to deal with. Это тема, которой вы столкнетесь. If you're working in a church. Если вы в церкви служите, работаете. And someone in the church passes away. Кто-то в церкви умирает. You need to know how to minister to their family. Вы должны знать, как служить их семьям. Or even to their friends. Либо даже их друзьям. I told you that my wife, I was married for 40 years and my wife passed away. Как я сказал, я был женат 40 лет и моя жена умерла. Penny was married for 36 years. Пенни была замужем 36 лет. And her husband passed away. И ее муж умер. It's been what, 6 years now since your husband passed away. Уже где-то 6 лет, как ее муж умер. And about 2.5 years when my wife passed away. 2.5 года, как моя жена умерла. And I actually met Penny shortly after my wife passed away. Пенни встретила незадолго после смерти своей жены. My life was completely changed, of course. Конечно, моя жизнь полностью изменилась. And many, many things I found were very different for me. И все остальное очень по-другому теперь для меня было. Now Penny had already been through all of this grieving. И Пенни уже прошла этот период скорби. And she was a very big help to me. И она стала очень большой помощницей для меня. In learning how to deal with my grief. Чтобы научиться, как мне разбираться. So Penny is going to share this session. И Пенни поделится, будет говорить на этом занятии. About how we can help people deal with their grief. О том, как мы можем помочь людям пройти скорбь. Thank you very much. Спасибо. I'm not sure exactly where to start because I don't know if you all yourselves have ever lost a loved one. Я не знаю, как не подходить к этому, и кто из вас потерял своих дорогих людей. И это не только для того, как вы будете со своей скорбью, как свою скорбь пройдете. Больше для того, чтобы помочь другому, кто потерял любимого человека. Иногда мы не знаем, что делать, чтобы помочь. И мы не знаем, что говорить им. И это те вещи, что мои друзья делали для меня. И что помогло мне. У меня есть история для вас. Была женщина и мужчина. И жена поехала в поездку, путешествие в Европу из штат. Это было много лет назад, и звонки тогда очень дорого стоили. И она позвонила домой, чтобы проверить, как все дома у нее. И она спрашивала о своем коте и сказала, как Флаффи.
И муж сказал ей: о, Флаффи умер. And the woman said, "Don't tell me like that." И жена говорит: ну, что ты мне рассказываешь? You should have said, не говори мне этого так, ты должен был сказать. Well, Flaffy was on the roof. Ну, Флаффи был на крыше. And I couldn't get her down. И я не могла ее спустить. So I called the fire. Поднялись по лестнице вверх. Still not close enough to get the cat. Все равно еще не добрались до кошки. We coaxed the cat. We begged for the cat. Called and called. Мы звали, звали кошку. And we couldn't, and it scared the cat. И мы не могли, она испугалась. The cat jumped. И кошка прыгнула. And I'm sorry, the cat died. И извини, кошка погибла. So he said, okay. Honey, I will remember that. И он сказал: хорошо, дорогая, я это запомню. The wife says, well, how is my mother? И жена говорит: ну, а как моя мама? Said, oh, your mother is on the roof. Он говорит: о, твоя мама на крыше. So, поэтому I, the story to tell you is because of this. И почему я рассказываю историю? My husband, was away on a trip. Мой муж уехал в поездку. He had a heart attack. У него был сердечный приступ. And although he was taken to the hospital, и хотя его привезли в больницу, он тогда умер. My son was called, и позвонили моему сыну. From I was in Oklahoma. Я был в Оклахоме. And my husband died in New Orleans, Louisiana. В Новом Орлеане умер мой муж. My son was called first. Сначала позвонили моему сыну и сказали, that his father had died. Что его отец умер. My son came to my work. И сын приехал ко мне на работу. I was glad to see him. Я рада была видеть его. Hi, what are you doing here? Привет, что ты здесь делаешь? He wasn't smiling. Он не улыбался. And so, I said, what's up? What's wrong? И я спросила, что случилось, что не так? And he said, и он сказал, Dad had a heart attack and died. Отца был сердечный приступ, и он умер. I didn't get past the first words. Dad had a heart attack. Я первые слова не услышала, у него был сердечный приступ. My mind wouldn't accept the rest. I was still thinking. Я и в моем ум не принимал остальное. Я все еще думала об этой новости. When it finally registered that my husband had died, had had a heart attack, I then heard the rest of the sentence. That he had passed away. И только сначала, когда я поняла вот эту мысль, что у него был сердечный приступ, только потом я поняла, что он умер. I heard this groaning, just come out of my mouth. Я вот этот крик, плач услышала из себя. I actually heard it in my ears. Моими ушами я услышала. And realized it was me. И поняла, это я. And my son came to me. И мой сын подошел ко мне. And hugged me. И обнял меня. And while he was hugging me, пока он обнимал меня, я сказала ему: You're supposed to say the cat is on the roof. Я сказала: ты должен сказать, что кошка на крыше. He thought I was crazy. Он думал, что я сошла с ума. But that was what came to my mind, that I did not understand. He said it so fast together. Но он так быстро это сказал, что я ничего не поняла. I didn't understand the whole sentence at first. Всего предложения я не поняла. My suggestion to you. И я вам бы сказала. Мой бы совет был. I hope you never have to tell somebody that bad news. Надеюсь, что вам не придется кому-то говорить этой новости. But if you do, если вам придется говорить,
a time. Говорите это постепенно. Tell them, your husband had a heart attack. Скажите, вашего мужа был сердечный приступ. They took him to the hospital. Они повезли его в больницу as quickly as possible. Очень быстро. They tried very hard to revive him. Они сделали все необходимое. Long time. Очень много. Час. It was not helpful. И это не помогло. I am sorry your husband passed away. И что? So я сожалею, но ваш муж умер. Okay. That's a very important thing if you ever have to give that news. Очень важно, если вам придется говорить. Следующее, что произошло. Был друг, который приехал ко мне. Подруга приехала, осталась у меня. I also have a Jewish friend who lives in New York, and later when she asked. Еще есть одна еврейка, моя подруга из Нью-Йорка. Are you staying with anyone? И она спросила позже меня, кто-то с тобой есть? I told her yes, I have somebody with me for 3 weeks. Я сказала да, со мной будет жить там 3 недели. She said, are you sure you're not Jewish? И она спросила, ты уверена, что ты не еврейка? That is something that I understand is very important that family. And friends will always make sure that the person who has lost a loved one. Это как по-еврейски, что is not alone. Семья и друзья должны убедиться в том, что тот человек, у которого трагедия, не должен остаться один. For several days. So. Несколько дней. And weeks is a help. If you go to them, sometimes you hear people ask. И когда вы идете к ним, иногда люди спрашивают. Do you need me to do something? Нужно, чтобы я что-то сделал? Хочешь, чтобы я что-то сделал? We want to help. Мы хотим помочь. But we don't know what to do. Но мы не знаем, что сделать. They don't either. Они тоже не знают. When this kind of news happens, когда такое происходит, your heart breaks. Сердце разбивается. Your mind also breaks. И ум тоже разбивается. I couldn't think. Я не могла думать. I couldn't make decisions. Я не могла принимать решения. I couldn't decide what to wear. Я не могла решить, что мне одеть. Each day. Каждый день. It was too hard. Было слишком трудно. I couldn't read. Я не могла читать. And if you want to help someone, help your friend. Just do things for them. Хотите помочь другу, то сделайте что-то за него. Whatever comes to your mind. Все, что к вам на ум придет. Whatever the Holy Spirit will tell you needs to be done. Или что Дух Святой скажет вам, что должно быть сделано. Do it. Делайте это. I have one friend who came and mowed my yard. Один друг пришел и там постриг газон. I have a country home with 7 acres. Там я живу в деревне, там много земли вокруг. A lot of mowing. И много стрижки надо делать газона. My friend didn't ask. Мой друг не спрашивал. And he didn't charge. И ничего не взял, оплата никакой. He just came and did it. Просто пришел и сделал это. I had other friends bring food. Другие друзья приносили еду. And, supplies for the house. И все, что надо было для дома. Little things like toilet paper. Может быть, туалетную бумагу купить. Just whatever we needed. Все, что надо. People in and out. Люди приходили, уходили в то время. And they did the things that I needed to have done. They didn't ask. Делали то, что мне надо было, ничего не спрашивали, они просто это делали. So и я благодарна, потому что мне не надо было что-то еще решать. И человек, который потерял близкого,
They may not want to hear this. И, возможно, они не хотят этого услышать. But it's true. And especially true if the person who died was saved. И это правда, особенно если человек, который умер, был спасенным. But that is our comfort. Но это утешение для нас. And it really doesn't matter at this point. И на самом деле это никакого значения не имеет в этот момент. About the person who has died. О том человеке, который умер. But the loved one who passed away is not missing us. Но тот человек, который умер, он за нами не скучает. He or she is in heaven. Он или она там на небесах. In the presence of God. В Божьем присутствии. And they are rejoicing. И они радуются. They don't want to come back. Они не хотят возвращаться. We are the ones that are missing them. Мы те, кто скучает за ними. We are the ones that are sad. Мы те, кто печальны. And we will miss them for many, many years. И мы будем скучать за ними многие-многие годы. Even until we are joined them in heaven. До того времени, пока сами не соединимся с ними на небесах. But life does go on. Но жизнь продолжается. And we must learn to cope with our new situation. И нам надо научиться справляться с новой ситуацией нашей. So you can tell them your loved one is not missing us and they would not choose to come back. И как бы сказать своему человеку любимому, что тот, кто умер, он на небесах, и он как бы не хочет возвращаться назад. We want to say that, oh yes, my husband's name was Jim. Oh yes, Jim would want, if he had a choice, he would want to come back to be with me. Мы хотели бы сказать, что если бы у Джима, моего мужа, был шанс, он бы возвратился назад ко мне. But you know, if he had to choose between Jesus, но если бы ему приходилось выбирать между Иисусом и мной, he will choose Jesus. То он выберет Иисуса. And our loved ones will hopefully would be the same. You need to continue to be a friend. И вы должны продолжать оставаться другом. And allow one thing we learned, Warren and I both learned, is that our circle of friends change. И то, что мы поняли, то, что круг наших друзей изменился у Ворона и у меня. So where before you have friends who are also married couples. Если до того были друзья, которые также замужние, женаты. And this may be when you're talking to your other friends or when you're trying to help a friend. Maybe it's not a husband who is gone. Maybe it's a brother or a parent, a mother or father. Или даже это умер не супруг, а брат или муж. Friends for that person may not change so much. То друзья такого человека, возможно, не сильно изменятся. However, if you have friends who are also married, но если есть друзья, которые также женаты, замужем, and they lose that loved one, и они теряют этого любимого человека, they also, their friends will change because you might be a friend to them, but their other friends, they're now a little, it's not quite so comfortable as a single person to go out with many couples. Поскольку теперь он как одинокий становится, вдова или вдовец, не так будет удобно быть среди других пар, женатых, замужних. And your circle of friends change. И меняется круг знакомых. You will want to continue to be a friend to that person. И вы хотите продолжать быть другом для этого человека. And purposely make a point to include them in your activities. И как бы целенаправленно включать его, ее в
свои как бы мероприятия. They have already lost a loved one. Сколько они уже потеряли любимого. And you don't want them to lose a friend also. И вы не хотите, чтобы они также друга потеряли. You will want to encourage them. Вы захотите ободрять их. To do two things. Делать две вещи. Especially if it's with you. Особенно если это с вами. To be a good friend. Чтобы быть хорошим другом. This first one is very, very hard to do. Первое, что очень трудно делать, когда они скорбят. You want to encourage them to laugh. Вы хотите их ободрить, подтолкнуть как бы к радости, к смеху. Maybe that won't be for several days. What? Laugh? It won't be for several days after, you know, maybe the funeral is already gone. But you want to encourage them to laugh. Because what happens when you laugh? Потому что то, big что, laughter. Что происходит во время смеха? Belly laughter. Ну, именно в таком смехе. Big laugh. As it produces, we say endorphins. It produces the chemical in your brain, endorphins, that make you feel better. То, что такие эндорфины вырабатываются и лучше себя чувствуете. This is a natural thing. Это естественный процесс. And you want to encourage them to exercise, make sure they're walking a lot. И также, чтобы они делали упражнения физические. Even maybe walking more than before. Или ходили, бегали. Faster. Быстро ходили. That also produces good feeling chemicals in the brain. Это также хорошие физические, химические такие вещества производят. Allow them to cry. Позвольте им плакать. Sob. Big sobs. Такие it also навзрыд. It makes you feel bad as a person. Конечно, вы можете плохо себя чувствовать как человек. But it also produces the healing in your brain. Но это также исцеление приводит в разуме. 30 minutes of laughter, 30 minutes of exercise and crying is healing. Это, можно сказать, смех, плач и упражнение или физическая деятельность — это исцеление. If they close up themselves, если они закрываются and don't allow themselves to laugh, и не хотят как смеяться, and don't allow themselves to, не позволяют, get out of the house, не выходят из дому на свежий воздух, They will not heal. Они не исцелятся. И закрыты будут. So, you should be willing. И вы должны желать. To go do those things with that person. Пойти к этому человеку и как бы делать это. I had a friend who invited me to go swimming. Подруга пригласила меня плавать. Three times a week. Три раза в неделю. She was an instructor, an aerobics instructor. Она вообще инструктором по аэробике была. She made me work. И заставила меня работать. And I was exhausted when I was finished. Была истощенная в конце каждого занятия. But I felt better. Но чувствовала себя лучше. Don't be afraid to talk about the person who has died. Не бойтесь говорить о человеке, который умер. We sometimes after a month or two, где-то через месяц, через два месяца, we as the friend think, oh, they're doing okay, I won't mention it. Мы думаем, мы как у нас все в порядке, я не буду об этом упоминать. Because it may still be too painful for them. Потому что, возможно, еще больно будет об этом говорить. And I don't want to make them cry. И я не хочу как бы заставлять плакать их. But that isn't true. Но это неправда. We who have lost our loved one. Мы, кто потеряли близких. Thinks nobody remembers anymore. Думаем, что все забыли. So you should
come to them and tell them things that you remember. Поэтому вы должны прийти к ним и говорить о том, что вы помните об этом человеке. And good memories are what help us heal. И хорошие воспоминания помогают нам исцеляться. And know that other people are still having good memories also. И знать, что у других людей тоже хорошие воспоминания. That person is no longer here on earth with us. Этот человек больше не на земле с нами. Physically. Физически. But that person is here with us in our minds and in our emotions. Но он здесь с нами в нашем разуме, мыслях. Sometimes we have people who are that they are stuck in their grief. Иногда люди как бы останавливаются в скорби. They're not moving on. Дальше не идут. If they are not going out and doing things on a daily routine. Если они не продолжают дальше как бы ежедневной рутиной заниматься. They just kind of held up inside themselves. А как бы сам в себе. This happened to me and I didn't even know what a healing it was until afterwards. И это произошло со мной, я не поняла, что такое исцеление, только потом. I had a friend who needed my help. И у меня был друг, который нуждался в моей помощи. And it brought me out of myself. И это меня, как бы, я вышла из своей скорлупы. I was very inward and я замкнулась очень. Allowed me to think of somebody else. Это позволило мне о ком-то другом подумать. I'm so sad. А вместо того, что я печально, я потеряла мужа. Life isn't the same. Что жизнь по-другому уже. Life is not good. Жизнь плохая. I began thinking of somebody else. Я начала думать о ком-то другом. And began helping them. И начала помогать им. And in helping somebody else. И когда помогаете другим. I was healed. Помогла, то я исцелилась. And I couldn't even read at first. Я даже сначала не могла читать. I especially couldn't read the Bible. Особенно не могла читать Библию. It was too hard. Было слишком трудно. And my sister would read to me. И моя сестра читала для меня. From a devotion book. Такая книжка там с каждодневными статьями. Just little things to put in my mind besides the grief. Совсем немного, чтобы как бы для меня оставить каждый день. So if you need to go comfort somebody. Поэтому если вам надо пойти кому-то дать утешение. And they enjoy reading, which I did. Им нравится, мне нравилось читать. You may want to read to them instead of just giving them a book. Поэтому, возможно, вам надо почитать им, а не просто дать им книгу. What you have to know is that the time of grief. И что нужно знать, что время скорби. Is different for everybody. Каждого разное. And the stages of grief. И периоды скорби are different for everybody. Отличаются для каждого. And even though there are certain stages of grieving, и хотя есть разные периоды скорби, emotions, для каждого разные эмоции, anger, гнев, anger against why has this happened to me, гнев, почему это произошло со мной, and sadness, и печаль, they may not happen in order for every single person. Не обязательно в том же порядке, это для каждого человека. You may skip some. Вы можете перепрыгивать от чего-то или возвращаться. And understanding that, you just work with the person, be a friend to the person. И понимать, что вы с человеком как бы вместе остаетесь ему другом и продолжаете ободрять его, говорить и работать, прорабатывать, как бы, потому что это работа. Это трудно, тяжело. Очень истощает.
And you need to just continue being their friend and encouraging them. Вы должны просто оставаться другом и быть с ними. Would you like to add something, Warren? The differences in the way we went through our grieving. We had the study of people who grieve was originally done with people who were taking care of a person who was dying. The study of grief? The study of grief of people who lose a loved one was actually done as a study of the people who were taking care of those people. А получается вот это как изучали людей, которых умер кто-то, то это было основано на изучении тех людей, которые потеряли, заботились о умирающих. And very often when you have a person who has passed away, очень часто, когда есть человек, который умер, or has just been given news that they have a serious illness, либо же то, что ему сказали, что у него серьезная болезнь, the first thing we say is no. Первое, что мы можем сказать, нет. We deny it. Мы это we don't want to hear it. Отрицаем, мы не хотим этого слышать. And then we come to say it's really happening and we need to cope. И потом только мы признаем, что это происходит, это произошло, и нужно с этим справиться. We then are very, very sad. И потом мы скорбим. Deep depression. Глубокая депрессия. And then we react. И потом реакция у нас. And it might be guilty. Это может быть вина. Because we are feeling there was something I should have done to keep this from happening. Если бы только я сделал что-то, чтобы этого не произошло. Or there is something that I didn't do, or something that I did do. И что-то, что я сделал не так или чего-то не сделал. Это может еще больше этому дать. And then we get very angry. И затем очень разозлимся. When we reach the point that we can accept the news. Когда мы достигаем момента, когда мы сможем принять эту новость. Whether we're dealing with an actual illness at the time. Будь это как бы справиться, пройти через период болезни. Or whether we're dealing with the grief and the acceptance of our person that we have lost. Или же принять этот факт потери человека. We are going to we're going to be very when you get to that point of acceptance is when you can actually begin the healing process. То есть когда принимаете этот факт, тогда начинается процесс исцеления. Warren had maybe 4 years. His wife had heart surgery in January 2003. И в 2003 Уоррен жены начали проводить операции на сердце. She would be okay for a while. Некоторое время с ней было все в порядке. Then she would be a little ill. Затем опять заболевала. She had other medical issues. Другие там были проблемы. And for 4 years, this wonderful woman was healthy and then sick. И 4 года эта женщина была здоровая, потом больная. In the last year, she was more sick. И за последний год жизни она больше болела. And frail. И слабая была, чем если они здоровы, и в больнице была. More than at home. Больше, чем дома. Warren had a sense, a feeling that the end was coming. И у Уоррена было чувство, что будет скоро конец. Just in the acceptance that his wife was ill. Просто принятие того, что его жена больна. I had no warning. У меня не было такого чувства. It doesn't matter when the loved one actually dies. Нету различия, если человек умирает. Nobody's ready.
Никто не готов. You're not ready for that kind of news. Вы не готовы к такой потере. To let them go. Вы не готовы отпустить их. So those stages that you go through for the person taking care of the person who's dying. И поэтому эти стадии, как заботы об умирающем, такие же, как и после смерти, так и до смерти. And so I just want you, if you have that situation in your congregation, поэтому хочу сказать, если есть такая ситуация в семье или в церкви или среди друзей, maybe these are some things that you can help to, то может это то, чему вы можете помочь, помочь исцелиться от скорби.